Здорово, пацаны! Сегодня мы едем в Геленджик. Я вчера сдал сессию. Пока Вова не уехал в Москву, надо куда-то съездить и отдохнуть. Поэтому мы выбрали Геленджик. Рекомендую подписаться на канал Саши Ладика. Канал молодой, перспективный. На канале вы можете увидеть повседневную жизнь белорусского парня, веселые вызовы с его друзьями, лайфхаки и их проверка, а также различные обзоры на устройства, отзывы о сайтах и многое другое. А также он часто устраивает розыгрыши, так что советую подписаться на его канал. Ссылку оставлю в описании. Приехал Вован. Короче, мы сейчас должны разыграть Джона. Он сейчас на работе. Мы хотим подойти, я не знаю, спалит ли он меня или нет, но я сначала к нему подойду, скажу: «О, здорово, типа, что делаешь?» И потом подойдет Вован сзади, что-нибудь у него спросит, и Джон реально должен офигеть. Давайте посмотрим, что будет. Я же не знаю, что надо делать. Извините, нам нужен повар, короче, на море. У нас не получилось. Я тебе перезвоню сейчас. Да сейчас уезжаю. Пацаны, жалко, не получилось. Джон сразу вылетел. Он на охране сегодня был у нас. Какой взять? Жигули. Жигули. Экспортная. Не, я, кстати, ну, частенько беру нормально. Частенько? Каждый день. 25? Да. Так это, наверное, здесь, в Краснодаре, разливали. Ты что, снимаешь, что ли? Нет. Играй. Молодой человек, у нас нельзя в магазине снимать. Да, хорошо, камеру выключить. Все, а вы алкоголь берите. Да, нормально, да. Может, что-то. Пацаны, привет. Сегодня мы едем в Геленджик. Вот. Сколько можно говорить слово «вот»? В горы мы не поехали, потому что эту поездку надо спланировать. Взять одежду и нормально провести там время. В Геленджик мы собрались ехать туда-обратно. Посмотреть город, вспомнить то, что мы делали летом, и показать вам, как выглядит Черноморское побережье зимой. Я вообще никого из блогеров не смотрю, начнем с этого. А Паша Бумчик кто смотрит? Ты, кстати, не смотрел. А Гомункула Мартыненко кто смотрит, а? Чуть-чуть. А бабушку кто Мартыненко смотрит, а? А, бабушку Мартыненко нет. Давай, рассказывай своим подписчикам, как ты их любишь. Короче, под... Дебил, идиот! Кусок фарша! Короче, пацаны, мы купили супер напиток. Геленджик, 2016, лето, июль. Если вы помните, или это август был? Ну не суть, июль это был. Август это был. Это июль был. Дурачок. Это июль был. А может быть, июль. Июль это был. Июль. Июль. Короче, ребята, это прекрасный напиток. Он настолько натуральный, насколько может быть максимум. Господи. Так что, алоэ вера, Вова, спасибо, пожалуйста. Что ты сёрпаешь там? Это прекрасно. Вообще-то надо было сначала сболтнуть, а потом... Я понял. Он повторил. Можем ехать, шеф? Да. У меня была язва. Я этим напитком... Вылечился! О, спичка, не, я думаю, что за рукой. Мне завтра в... Да какая это школа? Куда мы едем? Что она тебе нужна? Пойду с спичком, сяду за стол, посижу, попью, послушаю. Я не знаю, у меня что-то какая-то третья или четвертая тема. Я проебал автошколу, нормально. Не, у меня просто отмечают. Не ходи туда. Они мне сказали, типа, если... Джо, какая автошкола? Даже не надо трогать. В натуре. Где Миша? Тихо. Блядь, не надо.
пишет стоит. А у вас басанка. А шумка есть? А шумка, что по шумке? А ну иди постучи, Жень, иди постучи. Так, выезжай. Все, шумка. Поехали. Сейчас будем проверять шумоизоляцию, то есть шумку на гранте. Джон, давай. Вот сука. Крышу проверь. О, бля, вот. Так, я все понял. Что ты понял? Значит, вот тут есть шумка, вот там есть. Еще нигде нету. Вот тут нет. А ну проверь. Джон, она везде, кроме багажника, есть тонким слоем. Да, тут ну, и, так выпал. Я же о том же, то, что вот здесь ее нету, а вот здесь она там есть чуть-чуть. Просто, понятное дело. Ну и все. Значит. Ну все, едет. Такой итог. Шумка есть, но не везде. Но не везде, да? Не везде. Капот проверь. Капот. Вообще нету шумки. Мы проехали горячий ключ. Едем в сторону Геленджика. Главное, чтобы мы доехали, потому что что-то машина выдала ошибку. И на приборной панели показался чек. Типа проверить двигатель. Не знаю, надеюсь, мы доедем и ничего не будет. Это просто такая небольшая ошибочка произошла. Пранк над Вовой. Ты че, урод? Короче, он сказал, что поломка какая-то машина, на самом деле сел жрать. Жирный хряк. Пацаны. Вова. Давай, Иван, по технике. Подожди еще раз, еще. Ты еще раз. По технике давай. Я не успел доесть. Яблочко. Сынок, только за тобой. Меня сейчас будут кормить снова. Ох, какая ароматика. Ну ты понежнее. Помедленнее, помягче. Прожевал? Лови еще один. Подожди, это плеваться. Бля, и все, хватит. Ну, да, все. Да, Боже, да. Ебало. Кусок мяса. Ого! Пришел наш друг. Сейчас тебя будем кормить, друг мой. Ну, скажи что-нибудь. Давай. Что? Собачки. Ой, класс. Киса. Хороший друг. Дайте, дайте. Дай, дай поглажу тебя. На. Подожди. Подожди. Все, солнышко. Ой, ты какой худосый. Ты что, сожрал иди ко мне. Уже? Ну подожди. Иди ко мне. Пока обосралась. Собака съела кота. Короче, в итоге собачка не захотела, чтобы я ее гладил. Она все время убегала, я только протягивал руку, и вот она убегала. Смотрите. Видите? Боится. Боится меня шарик. Я не знаю, может, я как-то угрожающе выгляжу, но как-то жалко. Пока, шарик. Мы выехали из Архипа Осиповки. Едем в Геленджик. Блин, я так хотел вырваться куда-нибудь подальше из Краснодара. Это просто была моя мечта за последний месяц, потому что мне так надоела учеба. Я просто захотел отдохнуть. И наконец-то мне это получается. Я счастлив. Оп, пошел. Великий, да? Я, кстати, новую тему в машину поставил, называется автопилот. Сидишь такой, кайфуешь, вот одна рука, вот вторая рука, кайфуешь себе, а машина вот, Kia, хорошая, хорошая машина, мне нравится. Сама едет,
автопилот тут. Вот. Ты только автопилоту наливаешь. Внимание. Перед вами город Геленджи. Город-герой. Город-партизан. Море! Вызовите Джона, пацаны! Грёк, я его вызываю тебе! Грёк! Джон! Джон! Приехали в Геленджик. Пошла наконец-то я. Поставили машину. Вот, сейчас идем, короче, в центр. Вот. А Вова, как батя. С чайку. Ах ты! Сам хряк такой! Слушай, я ничего не ел, бери. Это что? Мяско! Дебилой, это кусок. Ну, покажи пару ударов и все. Разойдемся. А второй. Передай привет Жене. Привет хряку. Поварь нашему поваренку Геленджика. А Юре? Юран Бартуха от души. Так. Паштет. Паша. Паштет. Пашка. Давай там своей армейке там подери за нас. Ты не пройдешь! Вов, ты не пройдешь! Покормить птичек пойдем. Ну не сейчас, мы сейчас покушаем сначала. Куда жрать еще? Прикинь, ром перелился в чай. Давай, снова ром. Попили от души. Че, Серёха, ты доволен? С кайфом все? Жизнь малина, когда я снимаешь сдал, не я, ты. Я сдал все экзамены. Это неинтересно. Все давай закрыто. Пропустим. Я в Геленджике. Что может быть лучше? Ну вот мы и на месте. Это Геленджик. 2017 зима. Смотри, еще дерутся. Ребята, мы нашли то место, где мы зажигали в самом первом Геленджи, в самом первом влоге, где Мяус танцевал. Мы все вместе уходи, танцевали, мы снимали, уходи. Да, и уходили ниже. Это платан. Вниз, уходи! Уходи! Ваше хорошее настроение, веселее. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Каково ваше впечатление от города Геленджика? Отлично. Очень круто. Хоть мы и приехали зимой, летом. Да, горячий чай согревает. Да.
хоть это не июль, а январь, все равно здесь прекрасно, здесь крутая атмосфера. Это можно считать мой второй дом. Да, посмотрите, где живет Сергей. Да, подожди минутку. Да, можете продолжать. Мы несколько раз были в 16 году здесь. Мы в 17 году, в самом начале, в январе здесь. В общем, прописались. И надеюсь, еще, да, несколько раз в 17 году приедем сюда. Здесь круто. Прекрасно. Можно мы снимем эту личность, которая только что совершила все свои дела? За наш приезд в Геленджик. А если у него кружка разобьется? Прекрасно. Я жвачку промочу. Жвачку проглотил. Посмотри на него. О, да, босс. Фу, какой кошмар. Тихо, еще раз. Музыка, музыка. Дикий запад, Вова. Дикий запад. Ноги, ноги, колесо. Всем привет! С вами программа «Стиральная машинка». Когда открывай. Да-да, папа. Чего по шмаку? А тут можно парковаться? Можно. Все можно. Эй, мужик. Да, об стену. Давай. А что, вы не делаете? Эй, мужик. Да. Да. Хай, да. Дебилы, блядь. Да. Согнут как экран в IMAX. На ногах, Кега на ногах. Балдинини, Ванс, бич, лёч май шванс. Бич, лёч май шванс. Бич, лёч май шванс. А здесь был жесткий аттракцион 9 или 10D. Где-то он вот здесь был. Кто, если вспомнил... Пишите в комментариях, не знаю, пишите в личку. Вот, там пацанов нормально трясло. Девочек тоже нормально. Блин, ты бухала сегодня, что ли? Очень-очень высоко. Вино было лишнее. А вот это пишет. Блин, встань. Вот именно здесь мы танцевали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! А дальше уже выход к пляжу. И там были какие-то ребята со своей музыкой, с бумбоксом. Стояли вдвоем, мы к ним что-то подошли. Типа прикольная музыка. И Мяус начал просто ловить быка, начал танцевать. Это было круто на самом деле. Пошел! Мяу, взрывайся! Он быка поймал! Тихо, тихо, тихо! Тихо! Ты же хотел на берегу моря. Я на берегу моря. Я в Геленджике. Прекрасный день. Жалко, что мы сюда на немного приехали. Спасибо этому городу, Вова, и тебе спасибо, что ты приехал на 0 дней. Ну хотя бы на немного приехал и проведал нас, спасибо. Вот, поэтому предлагаю выпить ирландский напиток с Coca-Cola Zero. За Геленджик, да? Спасибо.